состоялось заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии. Вопросы двустороннего сотрудничества обсудят под руководством Владимира Путина и Виктора Януковича. Открывая встречу, российский президент заявил, во время этих консультаций Москва и Киев продвинутся вперед по многим вопросам. Я очень рассчитываю на то, что мы сможем продвинуться в решении наиболее чувствительных для нас вопросов. Украина, без всяких сомнений, в полном смысле этого слова, наш стратегический партнер, союзник. К сожалению, за два последних года, за два года, определенное снижение товарооборота в прошлом году на 11%, в этом году еще на 14,5%. И, конечно, настало время предпринять энергичные действия для того, чтобы не только вернуться на уровень прежних лет, но и создать условия для движения вперед. Я не могу не коснуться вопроса нашего традиционного газового вопроса. Надеюсь, что та программа, которую предложил «Газпром» Украине и «Нефтегаз» со своей стороны видит также свои возможности. То есть я думаю, что мы с вами не будем препятствовать их договоренностям, и мы отрегулируем эти вопросы на принципах тоже взаимной выгоды.